внимание, перейти на следующий, стать болезнь. И хотел приветствовать всех, кто уже традиционно в начале и в конце сезона обращается к Богу в начале с благословением, последним, при окончании сезона. Мы благодарим Бога, что Он даровал нам свое благословение в течение этого года и оградил нас своим ангелом-хранителем. Поэтому сейчас у нас будет совершен молебен, в словах которого мы будем выражать благодарность Богу за все Его бесконечные к нам благодеяния. Давайте начнем. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, Господи, и радуйся, Господи, Божьи, и Ты, благодати Тебя, Господи.
надеявшему мне по имени Господа Вышнего. Возрадуется сердце мое спасение Твое. Воспою Господи, благоневшему мне. Премудрость к Ефесям послание святого апостола Павла чтение. Братьям, яко чада света ходите, плод бо духовный есть во всякой благостынии правде истине, искушающе, что это благоугодно Богами. И не приобщайтесь к делам неплодным тьмы, паче же обличайте, бываем бо от и от них, срамно есть и глаголоте. Вся же обличаемая от света являются, все выявляемые свет есть. Всего ради глаголет, восстань не спя, и воскресни от мертвых, и освяти тебя Христос. Блюдите оба, как опасно ходите, не як уже не мудре, но як уже премудре, искупающе время, як одни лукаве суть. Всего ради не бывайте несмысленнее, но разумевающе, что и есть воля Божья. И не упивайтесь вином, в нем же есть плод, но паче исполняйтесь духом, глаголящий себе во псалмах и пениях, и песни духовных, воспевающие, поющие в сердцах ваших Господи Фим. И мудрость простью слышим святого Евангелия. Святого Евангелия чтения. Чести и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
плечи со страхом и трепетом, и карами непотребни Твоему благотронию. Спаси, Владыка наш Господи, от Твоих благодеяния. Я же излиялась изобильно на рабех Твоих и припадами славословим Тебе. Яко Богу приносим и умельно выпьем, избави от всех бед, рабы Твоя. Всегда яко милости восполни во благих желаниях всех нас. Прилежно молим, стися, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко же ныне милостью услышались и молитвы рабов Твоих, Господи, явилась и на них благоутробие. Человеколюбие Твоего, сице, предней, презирай, исполни во славу Твою вся благая хотение верных Твоих, и яви всем нам благ богатую милость Твою, вся нам согрешение презирая, молимся о Ти, услыши, помилуй. Благоприятный, яко горело благовонное, яко тучное всесожжение, да будет всеблагий Владыка, благодарение сие наше пред величеством славы Твоя, и не спасли всегда, яко щедро бон Твоим, богатые милости и щедроты Твоя, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов, церковь нашу святую, и весь ее играть сей, избави людям Твоим же, всем безгрешное, со здравием долгоденствие, и во всех добродетелях преспияния даруй, молим Тися, всещедрый Царю, милостино слыши, скоро помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш упование всех, в конце в земле сущих море далече, и милостив, милостив буди, Владыка грехов наших, и помилуй ныне. Мил Збой, Чайкалевец Бог, еси Тебя славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, Его же милость безмерной человеколюбие неизреди, неследи моя пучина, к Твоему величеству припадающая, со страхом и трепетом я караби недостойней, благодарение Твоему благоутробию, о Твоих благодеяниях на рабех Твоих, везде предстоящих и молящихся, бывших ныне, смиренно приносящих, яко Господа, Владыку и Благодетеля славим, хвалим, поем и величаем, и припадающи паки благодарим, Твое безмерное и неизреченное милосердие, смиренно моляще, да яко же ныне моление рабов Твоих прияти, и милостивно исполните, сподобил еси, и вопреднее в Твоей искренней любви, и во всех добродетелях преуспевающих, Твоя благодеяние всех, верных Твоих получите, церковь Твою святую и грвесию от всякого злага обстояний избавляя, и мир, и безмятежие не тем даром, Тебе с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и единосущным Твоим Духом в единородном существе славимому Богу всегда благодарение приносите, и преблагая глаголоте, и воспете сподобиши. Аминь. И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Ангела-хранителя, святителя Николая, архиепископа Мирликийского и чудотворца,
и всех святых земли российской просиявших, и всех святых, помилует и спасет нас, я по благ и человеколюбец. Господи, помилуй, благословение Господне на вас, на по благодати человеколюбец, всегда на ней присно и во веки веков. Вашу помощь, неоценимый вклад, который вы сделали в этом храме, потому что, когда мы приехали, сюда было войти очень сложно. И вообще, в принципе, никто даже не думал, что будет сложно. За то, что вы и под дождем, и в грязь, и в дождь были здесь. Ну и все наши мероприятия, которые мы проводим с вашим главом, у нас они всегда проходят по-братски. Поэтому от храма, от себя, от всех присутствующих, от всех молящихся, и которые придут сюда молиться, вручаю икону архистратига Божия Михаила вашему поклону, потому что он покровитель всех воинств небесных, а вам нужны крепкие и сильные ангелы-хранители на дорогах. Поэтому вот прими в дар и сбереги. Вот. Это маленький наш дар. Спасибо большое. Всего Господи. Боже.